Хорошо, Мате. Пошли вокруг ковра. Все, хватит. Почему? Потому что. Платите деньги, будете бороться. У меня два рейса, я только. Давай два, хотя бы два. Вот уже один, вот уже три. Это на сколько хватит? Сейчас будем играть в лото.
Шида, шида.
локоть держи. Правый выше. Базарик. Thank you.
Красная игра. Нет, на Вазаре. На Вазаре удержали, на Вазаре. Нет, не было здесь. Слушай. Шарик. Ай, папа. Что? Чем ты недоволен? Денис, что? Он почти ваш весь. Я твой весь? Ты почти выпьем весь. Ну, это 30. У вас 75 килограмм. У тебя 75 килограмм, правильно? Нет, у меня 76. От полна, от максимум. Какой у тебя вес? У меня 66. Сейчас 75. У тебя? 75 сейчас. Ну. Вот он в вашем весе будет пару. Я 66. У меня 66. Я. Где ты был? Точно?
Миша, идешь туда. Миша, твоя задача минуту простоять. Можешь? Минуту. Еще раз покажи. Следующий. 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 Следующий
бросать Артем? Да, я держу. Артем не бросает. Я просто держу. Нету. Артем не бросает. Я держу. А тут работает, работает. Работает. Серба работает. Серба работает. А если он сам упадет? Нет. Держать его? Держать. Пошел. Пошел сразу. Твоя задача его бросить. Сколько устал в поле? Посмотри внимательно. Держи мой локоть. Фронтальную стойку. Фронтальную. Лицом. Посмотри, что делаешь. Сделай шаг назад. Раз. А ты шаг через. Теперь ты на груди. Разворачиваешься. Он стоит. Чуть-чуть его глаза. Ложку убираешь, вот факт. А факт здесь тут. Держи. Фронтально. Смотри, сделай шаг. И нагрузи. Аккуратно назад. Толкнул, да? И ножку убрал. Аккуратненько, подвечка зацепит. Но ее по-детски. По-детски. Раз. Нагрузи его, да? Я подошел. Теперь чуть-чуть толкнул. Раз. Чуть-чуть. И нагрузи. Хорошо. Мишу Даник поменяли. Влад. Лариса вот такая. Пошли, у нас осталось пару минут. Ну. Шида, ушел в Вискун. А за что Шида? Болю. Со стойки это стягивание. И не сделал. Если бы сделал, то шила. Давай, Сергу нападай. Сергу нападай, Сергу. Андрюха, нападай. Если бы вы
Также базарщик. Что страшно? Хорошо, построили. Так, деньги тяжелые, доктор. Нет, пацаны, это оскал. Видели волка, да? Когда он увидел тебя так. Это оскал. Еще раз, вот так вы должны приходить. А вы не могли позвонить, да, студент Тольщик? Я сказал, у меня не было на счет. И ни в кого ни никто не хотел дать. Ни у кого. Все никто кимоно... не хотел дать. Смотри, все стирают кимоно. А ни у кого на счету денег нет. Хорошо, что вот Вискуну сказал, что вам у него есть, но он не хотел, хотел домой. Что есть? Я его назад притащил. Чипаться и там косым гранзи спайла чудо с них. Все, оригинали. Привет. Так. Да, стартовый взнос 1000 лет. Деньги нет, а? Дадите ему. Да. Пенсии. Так, супы, пацаны. Кто? Миша, сюда, Сербу сюда, Бесун сюда. Эй! Бегом, 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 бегом. Кто? Бегом. Кто там еще у нас? Вы, пацаны, завтра приносите документ. А, бюллетина я у меня в Дуйжоте. Хорошо. Еще раз, принесите, чтобы потом не было проблем. Можно.